Ребята, всем привет! У меня сегодня просто дикий день. Время 4 часа ровно. Я пришла со школы, уже все дела почти поделала. Сейчас я убегаю на маникюр. Сразу после я иду на день рождения к своей племяннице. Потом я возвращаюсь домой. Мне нужно подготовиться к завтрашним урокам. Мне нужно подготовить русские литературу и физику до конца доделать. Но в особенности литературу, потому что у меня там идет 19 век, первая половина 19 века. Вот, что еще необходимо мне сделать? У меня завтра будет обращение ко всем учителям по радиолинейке. Поэтому мне нужно подготовить определенный текст. Я решила выбрать стихотворение Андрея Дементьева, ну плюс, естественно, что-то от себя добавить. Нужно узнать песни наших учителей. Так что у меня сегодня просто день, голова на самом деле вот так вот летает где-то. И я буду выходить, наверное, минут через 15, пойду в платье, сейчас вам покажу в каком. Очень редко его надеваю, но оно практически новое, один раз его всего надевала, по-моему, очень смотрите, красиво. Вот платье, как я люблю, знаете, простое, чуть выше колен, и сзади вот такой вырез небольшой. Ну, в общем, простое, из-за того, что темное, создается такое ощущение, что оно достаточно зимнее. Ну что, ребят, все, я уже выхожу, собралась. Мне надо торопиться, потому что я уже опаздываю. Ровно полтора часа мы делали маникюр. Посмотрите, какая красота получилась. На среднем пальце не видно, но здесь помимо розового еще белый, очень красивый матовый маникюр, как я и хотела. Очень довольна работой мастера, очень аккуратно делает. Спасибо ей огромное. И сейчас я бегу на день рождения, потому что меня мои уже потеряли. Звонили два раза. Сейчас спросим у маты. Да, сейчас спросим. Сейчас. Видишь, мама сказала, что это Серафимчик кровать. А твоя будет кроватка. Ты не путай. Твоя будет красивая. А это Серафимчик кровать. Сейчас вот крошки понесу, и я Елизаветочку обязательно найду. Она там сидит. Спряталась от бабушки. Сейчас мы ее... Кто это там? Ма. Тама, Елизавета? Да. А, ну вон она где, она спряталась в ту коробочку. Ах, она хитрулька такая. Ушла от бабушки. Ну что, я вышла от сестры, время 7 часов, даже 8 час уже. Сейчас зайду в магазин и пойду домой. Дала сейчас Хате кусочек легкого. Буду ее вытаскивать на прогулку. Время уже, наверное, около 9 вечера. Пора идти гулять. Мы, кстати, выходим всегда в разное время. Там кто-то мне ВКонтакте спрашивал. Нет такого, что мы гуляем в одно и то же время. Либо она сама просится, либо когда у меня появляется время, потому что на самом деле сейчас очень трудно совмещать учебу и уход за собакой, но все равно приходится. Куда же такого чуда деться? Ну что ж, ребят, я буду заканчивать свое видео. Завтра день обещает быть очень насыщенным и очень тяжелым. Я поспрошу, возможно, меня отпустят с тех уроков, которые я не веду, потому что смысл мне идти только на, получается, второй, третий и пятый, на три урока, а мне придется еще час сидеть ждать, потому что у нас уроки начинаются у моего класса со второго урока. А приходить мне нужно к первому для того, чтобы поздравить учителей. Так что мне надо хорошенько отдохнуть. Вам тоже перед школой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Всем пока-пока.